Так, добрый день, ребята. Сегодня я хотел показать вам новый кликер, которым я пользуюсь для того, чтобы скачивать флету, соответственно, и иногда в Аристоме делаю КДЗ. Ну, те, кто знают, поймут. Так, называется AutoKey. Он довольно простой. Здесь есть две панельки, одна с настройками. Ну, здесь настроек, в принципе, маловато, основные настройки, которые мы будем ставить здесь. Так, единственная настройка здесь, это вот она. Это количество миллисекунд между шагами. Я ставлю примерно 75. Жму ОК. А, также здесь в настройках есть еще два сочетания клавиш, которые нам надо знать. Это вот оно. Меню, Alt-Z и Stop Playback. То есть остановить все. Что мы, ну, остановить все, что делается в данный момент ботом. То есть оно выглядит примерно так, допустим, Start. Тык-тык-тык. И так, хоп-стоп. Вот теперь, допустим, мы запускаем, вот он начинает кликать туда, туда, туда. Вот так. Все довольно просто. Такс. Теперь попробуем объяснить все. Допустим, вот у нас repeat. Ну, это количество повторений. Мы делаем loop, то есть зацикливаем. Также нам надо пропускать остановки мыши и движение мышки. Ну, остальное, оно, в принципе, больше не нужно. Также язык, ребята, здесь есть русский язык. Во. Все намного проще теперь. Так, ну и думаю, в остальном вы, в принципе, на русском языке разберетесь. Так, давайте попробуем что-то сделать. Нажмем Alt-Z. А, стоп, подготовим заранее. Все. Такс. Так, понеслась. Начать запись. Нет. Ну, я жму нет, потому что я уже записывал одну запись. Жмем Enchant. Жмем на эту кнопочку. Так, теперь я остановлю. Почему, я сейчас объясню. Смотрите. Так как мы качаем супер навык, нам нужно сделать, чтобы здесь было 0. Ну, когда нету флеты, он будет нажимать и будет появляться вот такое окошечко. Надо сделать дополнительный клик для него. Так, начнем заново запись. И здесь продолжим. Жмем ОК. Жмем еще раз ОК. И останавливаем запись. Теперь закрываем все и попробуем воспроизвести. Вот и все. Кликер работает. Также, если вам кажется, что он довольно быстро кликает, можете нажать Alt-X, остановить, зайти в настройки и сделать, допустим, вот так. Да, можно даже до конца показать, чтобы сразу было видно разницу. Так, воспроизвести. Теперь он не так быстро кликает. Также, если хотите, чтобы еще медленнее кликал, чтобы там ничего не случилось. Ну, я не думаю, что вообще что-то случится, в принципе, так что ничего не нужно. Так, всем спасибо за просмотр, хорошего дня и удачи.